Вітаю всіх глядачів 9-го каналу. Завершувати сьогоднішній ефір випало мені разом із нашою гостею, що її добре знають наші постійні глядачі. Наталя Родіна – біоенерготерапевт, парапсихолог, керівник Центру розвитку особистості при Академії технологічних наук України. Не бачились якихось кілька місяців, а вже нові регалії. Наталья Владимировна, я вас приветствую в нашем эфире. Ну и, наверное, все-таки один из вопросов. Центр развития личности при Академии – это новость? Это новость, хотя на самом деле это продолжение того пути, того труда, который я выполняю. Уже на протяжении более 25 лет я занимаюсь изучением тонких энергий человека, изучением высшего разума, раскрываю природу высшего разума и для себя, и для человечества. Ну, наверное, главной новостью для наших телезрителей будет то, что в это ближайшее воскресенье пройдет ваш открытый семинар на главную тему – это управление реальностью. Несколько слов об этом семинаре. На семинаре мы всегда говорим о том, как научиться управлять своей жизнью, как научиться управлять своими событиями. Мы, конечно, раскрываем людям законы, знания, дающие возможности воистину быть творцом своей реальности, своей жизни. Ведь многие люди, сталкиваясь с жизненными трудностями, проблемами, не могут найти решение этих проблем. И мы рассказываем, как это сделать. То есть методики, механизмы, знания, которые мы даем, они помогают им управлять их реальностью. И на этом семинаре мы будем открывать вам тайны по управлению реальности, знания, высшее знание, знание творческой силы, где каждый из вас сможет взять что-то полезное для себя, для своей жизни. Ну и вполне логично, чтобы те, кто уже заинтересовались этой информацией, записали адрес, где это будет происходить. Это 4 сентября, воскресенье, в 11 утра. Открытый семинар управления реальностью. Ход свободный, то есть бесплатный. Город Днепр, улица Троицкая, 21Г. Бывшая улица Красная, если кто не знает. ТСК «Новый Металург», центральный вход, 3-й этаж. И сейчас появится на экране телефон, куда можно позвонить для справок 050 315 10 06. Ну и двигаемся дальше в общении. Вернемся к разговору об Академии наук. Вот как изменилась ваша жизнь после вступления? Я не могу сказать, что она изменилась, просто расширились горизонты моей работы, моей деятельности. Я еще больше могу посвятить времени и внимания изучению космических законов, изучению человека, изучению тонких энергий, управления тонкими энергиями, изучению устройства космоса, Вселенной, а также этой планеты и самого человека. То есть больше появилось возможностей, благодаря которым я смогу еще больше принести пользу человечеству. Если говорить абстракциями, то те знания, которые вы стараетесь дать людям, это волшебная палочка или гантели для мозга? Я скажу вам, что это и то, и другое на самом деле. Это действительно и волшебная палочка, и гантели для мозга. И люди, которые работают, занимаются, выполняют, тренируются, вот как человек, как мастер, да, тренируется, гантели применяя, то, конечно же, люди получают чудеса в своей жизни, они называют это чудом, но получают они эти возможности за счет тренировок, труда, усиленного труда, обучения, понимания, осознанности, внутренней творческой силы. Они становятся другими настолько, что их вибрации, их тела, их клеток повышаются на такой уровень, они могут управлять частицами своей жизни, частицами своего внутреннего состояния, частицами своих мыслей. Ведь любая мысль имеет частицы, друзья мои. Хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, наше общение происходит, и мы можем не только общаться между собой, но и задать вопросы могут наши телезрители. 370-3101. Если у вас есть вопросы к Наталье Владимировне, звоните. Ну а я вам советую все-таки сконцентрироваться больше на той информации, которая сейчас подается, и думать о том семинаре, который пройдет в воскресенье в 11:00 в ТСК «Новый Металлург». Итак, мы уже немножко поговорили о тематике семинара. Давайте поговорим о том, кто может прийти, кто не может прийти, все ли, кто хочет прийти, поддаются обучению, скажем так. Прийти могут все люди, вход свободен, открыт семинар, он бесплатный, этот семинар, приходят все люди. Как правило, кто приходит к нам? Люди, которые попали в определенные сложности, больные люди, люди, которые не находят выхода в своей жизни, люди, которые задумываются о жизни, о космосе, о законах космоса, о законах Вселенной, люди, которые ищут знания, истину, которые хотят понять, как же это все устроено, как устроено сам человек. Вот это вот люди, мои учащиеся, и они работают дальше и получают прекрасные результаты. Да, есть те, которые не могут работать по разным причинам, и я определяю эти причины, я вижу эти причины. Есть и такие, конечно, моменты в нашей работе. К сожалению, еще раз скажу, что к сожалению, но такова реальность, мы принимаем ее такой, какая она есть. Вы проводите собеседование. Давайте поговорим о том, как это происходит, ну, для того, чтобы человек как-то и морально, и как-то, я не знаю, по-другому готовился. Вот чем вас надо удивить, для того, чтобы сказать, что я способный ученик? Это очень просто. Человек подходит ко мне, я вижу мысли его, я чувствую его душу, я вижу его внутреннее состояние, и я по этим вибрациям, каждый из нас излучает вибрации. По этим вибрациям, по состоянию его души, его ума, его сознания определяю, насколько человек или готов к этой работе, или же, к сожалению, не готов к этой работе. Ну, а для того, чтобы убедить меня в том, что вы мой ученик, главное – устремленность ваша, желание создавать свою жизнь, желание трудиться, желание изменить мир к лучшему. Вот мои учащиеся. Вы достаточно часто говорите о том, что способны видеть будущее, прошлое, читать мысли людей, заглянуть в карму, скажем так, и почувствовать те или иные болезни и как от них избавиться. Вот как это вам удается? Потому что я вам уже когда-то задавал этот вопрос. Достаточно много на территории постсоветского пространства жуликов, мошенников, которые таким образом, ну, доверие людей используют. Да, и я вам скажу, что в начале своей работы я страдала от того, ну, в кавычках страдала от того, что многие люди обмануты. Действительно, это вы очень правильно все говорите. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно просто понять, осознать устройство космоса. Ну и, конечно же, нужно владеть сверхспособностями. Каждый человек имеет потенциал к обладанию этих сверхспособностей, но не у каждого человека эти сверхспособности открыты. И своим учащимся я открываю сверхспособности уже в процессе нашего обучения, по мере их готовности. Как только готов человек, мы работаем в этом направлении. В вашем городе я проводила уже такую работу, и она была эффективной, эта работа. И на данный период времени я продолжаю эту деятельность. Как видеть, друзья мои, понимаете, человек по своей структуре, он сверхличность, он настолько всевозможный, он настолько целостный, он настолько огромный, он настолько необъятный, как сам Творец. Вот он и есть, каждый из нас – это Творец. Высшая сила, высшая энергия. Просто все это находится в закрытом потенциале, к сожалению. И я в своей работе как раз этот закрытый потенциал и открываю. Ну а раз я это делаю для других людей, как вы думаете, я это могу? Я думаю, мастер, который сам не умеет чего-то, он не может этому обучить других людей, так ведь? Давайте поговорим о возрастной категории людей, то есть с какого возраста можно стать человеком, который внимательно слушает и учится тому, что вы даете на семинарах? С какого возраста? Ну, наверное, я вас удивлю. Это детки, которые ко мне приходят 5-6 лет. Их очень легко заинтересовать, показав им их ауру, показав им их астральное тело. У каждого человека есть астральный механизм, астральное тело, и каждый может видеть это астральное тело. Я показываю этим деткам. Когда они это видят, у них такой интерес. И я вам скажу, что дети сейчас очень умные, они очень такие углубленные, они много знают об этом. У них это вызывает интерес, интерес о высших знаниях. Так что мои учащиеся – это даже маленькие дети. И люди, которым даже за 80, далеко за 80, это люди, которые уже понимают и осознают жизнь целостно, они прожили свою жизнь, и с этими людьми действительно происходят чудеса, они молодеют, восстанавливается структура клеток, тканей, внутренних органов, то есть люди перерождаются, и, конечно, благодаря этому продлеваются годы их жизни. Нет каких-то ограничений в возрастной категории, нет, друзья мои. Есть ограничения во внутреннем состоянии и подготовленности, внутренней подготовленности человека. Если я вижу, что человек готов познавать эту истину, расширять ее в себе и углубляться, я буду работать. А если вижу, что человек приходит, знаете, как многие приходят просто использовать кого-то для чего-то, быстренько решить свои проблемы, да, зачем оно мне надо? Ну, это люди, которые решают эти проблемы, решают эти внутренние свои трудности, но хочется, чтобы они шли дальше и получали еще больше результатов. Ведь не только жизнь заключена в этом пространстве, есть другие миры, другие вселенные. Космос безграничен, и он ждет нас. Если говорить о связи с космосом, то бытует мнение, что у детей примерно до 5-6 лет связь с космосом очень сильная. Потом она потихоньку так утухает или закрывается. Вот как родителям сделать так, чтобы вот не закрылся этот ларчик со связью с космосом? Что нужно сделать? В первую очередь нужно самим родителям развивать себя. В первую очередь нужно родителям познавать эти истины, законы, знания, то есть понимать жизнь и соизмерять ее с законами Вселенной, с законами космоса, исследовать этим законам. Наши детки, они такие, знаете, внимательные, вундеркинды, они очень наблюдательны к своим родителям. Если родители говорят одно, а делают другое, они также будут в жизни поступать. Если родители то, что говорят, то и делают, и служат примером своих детей, это самые лучшие учителя. Они всегда будут иметь авторитет перед своими детками, они всегда будут... Дети эти будут прислушиваться к своим родителям. И, друзья мои, многие люди живут сейчас таким образом, что они занимаются разными направлениями наук, хотя не понимают основ жизни, как это все создано, как создан человек, что такое тонкая энергия, что такое его мысль, что такое его эмоциональная составляющая, что это такое. А ведь это законы, основа жизни, которая дает нам возможности быть проявленными в этом плотном пространстве. Очень много тайн, очень много знаний, очень много всего того, что нужно знать сейчас каждому человеку. Ведь мы летаем в космос, но многие люди не знают даже, как устроены их органы, как работают их клетки, как происходит процесс пищеварительного процесса, тракта. Многие не знают даже о себе, а хотят знать вот о других планетах. Друзья мои, сначала нужно раскрыть тайны в себе, понять себя, научиться управлять собой, своим внутренним состоянием, своей жизнью, навести порядок в своей жизни, а тогда можно думать и уже про космос. Сначала надо в себе. Одна из тех зрительниц дозвонилась нашим редакторам и задала короткий вопрос, который я сейчас вам озвучу. Почему вы не пишете книги? Не пишу книги. Ой, по многим причинам не пишу книги, и времени у меня на это нет. Я загруженный человек, я стараюсь максимально своей жизнью наполнить этот мир знаниями. И я вам скажу, что все знаете Иисуса, да, все верите в Него. Он не писал книг. Но сколько он оставил пользы на планете, он книг не писал. Более того, когда он начал свою деятельность, он вернулся к себе домой, уничтожил все таблички, на которых он писал, для того, чтобы люди не делали с этого каких-то идолов и потом не поклонялись этим идолам. Он хотел оставить знания, энергию. Вот я для себя также выбрала это направление, оно более эффективно. Как-то мне одна моя учащаяся, довольно-таки умный человек с 2 высшими образованиями, обратившись ко мне с просьбой о помощи, мы беседовали с ней, я потом говорю ей: почитайте книжку «Беседы с Богом». Она говорит: а я читала. Я говорю: и что? Ничего? Нет, ничего. Понимаете, книг много. Хотя это прекрасная книга, это лекарство для души многих людей, но для нее это было ничего. То есть каждый из нас воспринимает знания по-своему. Вот даже мои учащиеся сидят в зале, и я смотрю, что мозг каждого работает по-своему. Каждый является индивидуальностью. И вот эта индивидуальность, идентичность человеческая, она и дает возможности понять или не понять, или же понять по каким-то своим параметрам. Все базируется на опыте. Так вот, моя задача в лекционном, в непосредственном общении с людьми наполнить их энергией, объяснить им знания с разных сторон. И они знают, что мне можно задавать любой вопрос, они получат всегда ответ, есть ответы на все вопросы. И я стараюсь подойти с разных уровней, чтобы человек понял. Когда он понимает, первое, он осознает, он начинает верить в это, он убежден, что это именно так, потому что происходит осознание. И, конечно же, он этим пользуется, а пользуясь, ему приносит результат наша работа. Поэтому книги прекрасно, прекрасно. И есть очень много хороших книг, и мы рекомендуем эти книги своим учащимся, но непосредственный контакт, даже вот учащиеся говорят, это дорогого стоит. И вот эта работа, она более продуктивна. Вот почему я не пишу книг. Ну и, пожалуй, пожелание телезрителям 20 секунд. Дорогие мои друзья, я хочу пожелать вам в первую очередь проживать свои осознанные жизни. Всегда думать то, что думать. Думать то, что чувствовать. И чувствовать таким образом, дабы ваши чувства несли свет, радость, любовь и заботу не только о себе, а о каждом живущем с вами рядом. Я желаю вам совершенного, крепкого здоровья, и вы все можете быть здоровыми. Это я вам говорю как профессионал. Я хочу пожелать вам истинной, настоящей, чистой, бескорыстной любви. Счастья вам, удачи, успеха и процветания. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нашої студії. Ну, нашим глядачам нагадаю, що неділя, 11 ранку, пройде відкритий семінар «Управління реальністю. Вхід свободний». Адреса – місто Дніпро, вулиця Троїцька, колишня Червона, ТСК «Новий Металург», центральний вход, 3-й поверх, конференц-зал. Телефон для довідок 050 315 10 06. Ну і ще раз нагадаю нашим глядачам, що у гостях була Наталя Родіна, біоенерготерапевт, парапсихолог, керівник Центру розвитку особистості при Академії технологічних наук України. Пильнуйте себе і хай вам щастить!